обновлении Furnace американская сторона получила тяжелый танк первого уровня – Sherman Jumbo. Чтобы его получить, вам необходим 9 уровень нашивки «Атака на бронетехнике» и 150 тысяч кредитов, либо 1800 золота. Углы вертикальной наводки позволяют комфортно играть практически на любом рельефе. Скорость и маневренность Jumbo весьма посредственные, что, впрочем, логично для тяжелого танка. Но это с лихвой компенсируется хорошей лобовой броней. Пробить Jumbo в лоб довольно трудно. Но есть одно «но» – люк и крыша, которые довольно сильно заметны и попасть по которым не составляет труда. Борта и корма, как обычно, слабые места, но башня не поддается ни с какой стороны. В бою Jumbo неплохо себя показывает против тяжелых танков первого уровня, но с более серьезным противником возникают проблемы. Лобовая броня хорошо держит удар, поэтому тактика игры на Jumbo крайне простая – стоять к противнику всегда лицом. При своих неплохих характеристиках Sherman стоит всего лишь 164 кредита за каждый респаун, что делает его неплохим способом фарма. В итоге Jumbo оказался неплохим начальным тяжелым танком, способным конкурировать с другими тяжелыми танками. Из плюсов следует отметить дешевизну и хорошее бронирование лба и башни, а из минусов довольно заметные слабые места, попасть в которые не составляет труда. Покупать есть смысл.